началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорова, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Звездные войны 3 The Clone Wars. Продолжаем проходить эту игру на 100%. У нас линия графа Дуку, третий эпизод, крушение. Я зачем-то вышел случайно, так, нет, это второй. Вот у нас третий, поехали, свободка. Опять же выбираем рандомного. И давайте, допустим, даже не знаю, ну вот, истребитель Плакуна. Почему бы нет? И нам всего два транспорта дали, ну зашибись, ну ладно. Так, это мы пропускаем. И сразу же сходу нам нужно уничтожить, опять же, вот эти зеленые... Зеленые летающие штуки. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка. Вот, один из пяти. Только это вроде бы, кстати, другой. Да, вот, видите, тут нужно и эти уничтожить. Так, 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 так. Сейчас быстренько два из пяти сделаем. Так, так, так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот, два из пяти. А также там еще летают шаттлы вот эти, которые тоже нам нужно истребить. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, 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 давай. Это, кстати, вроде пиратская тарелка, если я не ошибаюсь. Так, и опять же у нас, кстати, уже много монет. Так, да, один из пяти, да, все-таки давайте я сейчас уничтожу и те, и вернусь. Так, первый бонус за тарелки я получил. Остался только вот этот спутник, или что это тоже летательное, что-то уничтожить, и все. Все, уничтожил. И вот у меня уже два бонуса, друзья, идем дальше. Теперь, друзья мои, нам нужно разрушить вот эти золотые... Золотые элементы. И там у нас будет как раз-таки тот самый бонус. Так, 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 так. Давайте отлетим чуть подальше, потому что не достреливают. Так, 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 так. Да, блин, он вот он отвлекается на другие. О, все, отлично. Погнали дальше. А также летим сюда. И нам сейчас нужно взорвать вот вон ту вот стену. Так, 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 так. Давайте, 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 давайте. Опа. Вот так вот. Подлетаем теперь. Забираем бонус. Четвертый. Идем дальше. Дальше мы садимся вот сюда. Выпрыгиваем. Так, берем нашего, это у нас Тайр с пулеметом. И взрываем наши туалеты. Так, первый, затем, допустим, второй и третий. И вот у нас бонус. Идем дальше. Так, а теперь мы, значит, вот тут нам больше делать нечего. Улетаем отсюда, но лететь нам нужно недалеко, примерно вот сюда. Ну, прям вот вообще недалеко. Так, 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 так. Так, теперь спускаемся сюда. И нам нужно вот это вот открыть. Так, 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 так. С помощью как раз-таки нашего пулеметчика. Но почему-то... А, во-во-во, пошла жара. Правда, я ничего из-за вас не вижу, ребята. Вы мне мешаете. Так. И теперь все по новой, да? Ну, прикольно. Окей, сейчас мы... Да, блин, а чего он не плавит-то ее? Вот. Во, нашел ракурс. Так, гасим, гасим, гасим. Так, одна из пяти. Окей. Теперь нам нужно приземлиться вот сюда. Так, приземляемся, приземляемся, приземляемся. Так, у нас тут дрон. Дрон, 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 дрон. Так, второй из пяти. Так, это окей. Второй из пяти, второй из пяти, второй из пяти. Так, теперь бежим вот сюда. Бежим, бежим, бежим вот сюда. Собираем мост. Перепрыгиваем сюда. Берем нашего человека с пулеметом. Берем какого-нибудь маленького персонажа.
Вот, рубанина, например. Так, проползаем. И теперь бежим вот сюда. Да что ж такое-то? И тут у нас бонус. Идем дальше. Теперь нам нужно приземлиться не вот сюда вверх, а вот чуть пониже. Вот сюда. Приземляемся. Сразу берем эхо. И вот тут у нас третий дрон. Идем дальше. Поднимаемся чуть выше, и мы можем наконец-то достать тот бонус, который я пытался достать, когда мы сюжет проходили. Но тут у нас как раз-таки металл. Взрываем. Так, так, так. Тушим весь этот огонь. Так, берем, ну, пофиг кого вообще брать. Просто забираем наш седьмой бонус. Идем дальше. Для следующего бонуса нам понадобится приземлиться вот здесь. И пробежать чуточку назад и сразу брать нашего пулеметчика. Взрываем вот эти вот ящики. Точнее, один большой ящик. Собираем детали. И спускаемся. Оп. Ага. Ага. Так, окей. Тогда сейчас попробуем прям до конца. До конца. Так, и чё? И где моя платформа? Почему она не выдвигается? Ага, во-во, всё понял. Собираем здесь бонус. Тут у нас монетки. А там у нас... А, тут тоже монетки. Ну ладно тогда. Просто потом берем вот так вот и поднимаемся. Все замечательно, идем дальше. Теперь мы бежим в левый верхний угол. Тут у нас синий ящик. И тут у нас этот дрон, который нам нужно, в принципе... Так, отлично, уничтожить. Четвертый из пяти. Когда мы освободили вот этот вот корабль, приземляем... Он нам открыл здесь люк. Приземляемся сюда. Берем сразу Джаджа Бинкса. Бежим сюда, запрыгиваем вот сюда и забираем девятый бонус. И последний бонус это у нас за последнего дрона. Так что сейчас вернусь. Он, кстати, недалеко. Он у нас... Вот он. Опа, взрываем, собираем последний бонус и выходим отсюда. Так, состояние эпизода 100% истинный джедай. Монетки 529 миллиардов. И что за персонаж? Так, 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 так. Ага, это старый уже такой посидевший Оби-Ван Кеноби, как я понял. Хорошо, прикольно, прикольно. Так, золотые блоки уже 70, 70. А, мы уже за них получаем по 100 тысяч. Окей, прикольно, прикольно, но эти 100 тысяч нам уже ни на что не влияют. Так, заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем. О, 64% почти прошли, чуть-чуть осталось. Ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. Я с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.